семейный фотоальбом, хранилище воспоминаний. Правда, к примеру, мое детство на этих фото совсем без ярких красок, и начинается эта летопись примерно с годовалого возраста. Зато теперь у всех современных родителей есть прекрасная возможность запечатлеть самые трепетные моменты жизни малыша. Фотосессия в стиле ньюборн. Фотографы рекомендуют. Первые дни жизни малыша – это очень трогательные моменты, да, и со временем, взглянув на эти фотографии, вы снова и снова будете переживать это прекрасное ощущение. Это такое время, что его пропустить очень легко, то есть это очень такой скоротечный момент. Первые дни жизни на фото. Фотографы говорят, самая трогательная съемка – одна из самых сложных. Настроение малышей может зависеть буквально от всего – самочувствие, погода, настроение мамы. Впрочем, и у малыша свое расписание. Вполне возможно, что в назначенное для съемки время ему и вовсе захочется есть или бодрствовать, как нашему маленькому герою. Что касаемо продолжительности съемки, то она может быть и час, а может быть и два, и три. Все зависит как бы от настроения малыша. Вот, и ну, какой он там, капризный, не капризный, хорошо засыпает, или его надо долго укачивать, там, и частые кормежки. Вот, так что может съемочное время слегка затянуться, но как бы это ничего страшного. Первые 14 дней жизни – лучший возраст для фотосъемки в стиле ньюборн. В этот период малыши много спят, и это лучшее состояние крохи модели для съемки. С открытыми глазками, когда взгляд еще не фокусируется, редко получаются удачные фото. А благодаря физиологическим особенностям, в первые дни жизни младенцев легко укладывать в разные позы. Поэтому чем раньше родители решатся на съемку, тем больше вероятность удачных ракурсов, а значит, чудесных фотографий. Как решиться на такого рода фотосъемку? Ну, простой совет. Откройте свой, да, фотоальбом и посмотрите на свою детскую фотографию. Что вы увидите? Вы увидите себя на диване на фоне ковра. Ну, лучше, конечно, довериться специалисту, вот, и получить прекрасные снимки на память о своем, ну, о вот этих первых днях своего малыша. Когда подрастет ваш малыш, он обязательно это оценит. Сколько бы ни заняла времени фотосъемка крохи, результат того стоит. Ведь новорожденные меняются каждый день и растут так быстро. А лишь взглянув на фото, можно вспомнить, как когда-то на свет появился новый человек.